Скакать с какими-то уёбками, потом коров погонять, потом скакать с какими-то уёбками. Ну, типичная схема Ведьмака, так скажем. Только там это называется РПГ, здесь просто ТПС и скучновато. Я понял, чем отличается на самом деле РПГ от шутера. Тем, что у тебя есть два варианта выбора в диалогах. Ведро ни на что не влияет. Да отдайте мне уже, кого стрелять и все. Очень удобно это на лошадях делать, конечно. Чё, мне проверить-то надо, толкан, что ли? Так я уверен, что там кто-то есть. Не, ни хрена. Ой. Да никого я не атаковал, ну блин, это бред какой-то. Там дверь закрылась и долбанула этого придурка по голове. Даже если была реальная жизнь, я бы отмазался, сказал, ну чувак, ну бывает. Че за чушь? Че за чушь? Да иди, блин. Чувак, ты что значит ЛС? Пацаны, вы не понимаете, когда надо использовать этот смайл? Я просто хотел побыстрее, но получилось иначе. Ну. Нельзя же осуждать меня за это. Эта лошадь, она не имеет тормозов, если чё. Ей управлять даже труднее, чем, я не знаю, там, в мафии тачками. Как она там оказалась, вот, например? Кто мне объяснит? Это что, сила телепортации лошадиной? Я ж прям к толчку подъехал. Тихо. Короче, там внутри в ангаре они. Блин, я не хочу патроны тратить из нормального ствола. Я, кстати, вижу, вон они ходят. Ща я прям в башку, прям сквозь эту щель, блин, как захуярю. А, ну ладно, мне решили сэкономить патроны или чё. Там кто-то ходил, я видел сквозь щель. Мы с чуваками играем в арму, наверное, войнушка. Она виновата, я по глазам вижу, это она всех повесила. Борт Рейнольдс Джуниор, спасибо за переподписку 5 месяцев. Как можно не любить Борта Рейнольдса? Bad boys, what you gonna do? Don't make me kill you now! Блин, такая классная боевка в Макс Пене третьем. Почему в GTA-шечке не сделали такие же перестрелки мощные? Они похожи, но у них что-то вот не так. Там нет такой пафосности. И она не из-за этого была, не из-за... этого самого. Нифига не из-за этого. Не из-за bullet time. Ай, ай! Ну, братан, ну так нечестно, слышь? Так, ну ладно. Потренируемся. Да чё вы толкаетесь? Дайте зайти, ты жирная свинья.
Я могу поиграть, кстати, на пианино. Забыл получить. Нет. 50 отжиманий? С чего бы это? Я не ругался. You and me gonna have ourselves fun. As soon as you can, make a run for the shed. О, господи! Я как врага в этом в Робокопе. Помните этот момент? А, чувак, ты чего творишь? Твою мать. Твою мать. Заковырялся я немного. Так, ну ладно, лучше не... Второй раз лучше не тупить, тут это долгое... Долгое приключение, поэтому лучше сразу справиться. И в дверь заходить. Прекрасное укрытие, братишка! Ты просто, блядь, сраный Эйнштейн, я и... Сука. Еще один, блядь, умник. Парни, вы в курсе, что тут дырки между этих хреновин? Привет. Так, заложница, заложница, заложница. Да тише ты, не толкайся. Дай поработать профессионалом. Ты... Красоте, ну... Да чё он живой-то такой? Hit, награда аватара какой. Я готов, шериф. Открывайте. Я никогда еще не был так готов. Да блять, как тут... Сука, а? Мразь, гандон. Я верю. Я верю. Зато у него $20. Я верю женщине, которая сказала, что он был мразью в постели. Чайничек, это что-то. Револьвер Амму. Давайте красиво. Уйдем красиво. Лошадь. О. Лишнее даже оказалось. Забавно. Чат как-то с опозданием работает. Во всяком случае, тот, который у меня включен. Холмс. Я знаю, Холмс переводится как Шерлок Холмс. Так, ну ладно, погнали. Кого-то, видимо, из людей утащили далеко в горы, и теперь мы... Герои этого времени должны справиться со всем этим дерьмом. Не, вот сейчас игра как-то повеселее стала. Может, даже коров не надо гонять по бескрайним лугам.
Шола Спрингс. Let's just say he's currency in a complicated transaction. What the girl talking about? They took a job? Обожаю акцент Рейнга. It was once like family. If this is how you treat your family, I'd hate to see what you do to your enemies. That was a lifetime ago. And bear in mind, he's left me for... Wait, who's that up there? Значит, не успел я дослушать. Ну, это вот, Билл Уильямсон, короче. Он там рассказывал его историю, там, что-то, короче. Ты... Он сначала хотел работать, а потом что-то жопа какая-то. Ну, не может. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. Братва, не стреляйте друг друга и все такое. Верни шляпу, шериф. Ща, пацаны, блять, я в носу ковырялся, я думал, мы договоримся все-таки. Неохота мне убивать братишку. Что-то я мусорнулся. И не рад этому. Почему я не с ними? Почему я не граблю поезда? Так, стоп, да. Блин, не получилось даже красивой перестрелки по той простой причине, что я затупил в начале. Так можно было бы клево с лошадей позбивать. В итоге пресс X to win. Все, что нас ждет. Хотя там, походу, второй он. Второй заход. Давайте теперь позбиваем с лошадей-то. Люди, падающие с лошадей на полном ходу, это очень клево. Но у меня опять не вышло особо. Мне кажется, я, кстати, без автоприцеливания даже лучше стреляю, когда она почему-то не срабатывает по той или иной причине. А может, это и не Вильямс, может, это другой какой-то. Но тоже с нами раньше нагибал. В банде. Hey, look what I got here! There's something that you're still breathing! Come here, boy. Come on, Bessie! Give! Oh. Norman Deke. Юмор американцев с юга. Fuck! Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is gonna help us get to Bill. Ain't you, Norman? В общем, это был Норман какой-то там. Он к нас к Биллу и приведет. Да и насрать. Так, что у нас там? MLG с автоприцелом. Да я его отключу сейчас, ну и он нафиг. Ну не, не отключу, но я буду угрожать постоянно тем, что я его отключу. Это то же самое. Я буду ныть и говорить, что отключу. Не понял. Че это за козлина? Пошел нахуй отсюда. Так. Извиняюсь за мат, больше не буду. В следующий раз 100 раз отожмусь, а в следующий раз рогнусь. Ну просто это действительно возмутительно. Миссия закончилась, стоит какой-то придурок. За кактусом, как в старой игре на Денди. Про ковбоев с лазерным пистолетом. А, ладно, черт с ним. Погнали. Ну после перестрелочки-то можно и к Бонне заскочить, наверное, да? Чего?